Ненавижу эту игру! Она тупая! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в My Friend Pedro. В прошлый раз мы с вами так, знаете, слегка распробовали эту игру. Распробовали бананчик, так сказать. Сегодня же мы поиграем в полную силу. Мы не то чтобы будем включать режим посложнее, нет, я не настолько крут. Я пока еще только пробую себя, но я буду стараться делать более сложные комбинации. Быстрее всего из старого города можно выбраться через элитный ресторан Митча на другом конце этой индустриальной зоны. Я решил играть с помощью клавиатуры и мыши. Мне кажется, это гораздо удобнее вот в этой игре, чем джойстиком. Мне вообще всегда контроллером довольно-таки сложно играть, особенно в стрелялке. Я уж не говорю о том, что мне сложно играть с мышкой и клавиатурой. Вы представляете, как трудно мне приходится. Умри, умри, мистер. Так. Что я сделал? А, я время замедлил. Как мне присесть? Ага, все, я понял. Shift меняет время. Прыжок. В принципе, все. Ага, о, мы можем менять оружие. Этого нас... Банан умолчал. Банан, почему ты не сказал? И, кстати, я одет как банан сам, в принципе. Я что, может быть, я бананом являюсь? Так, так. Блин. Не блин, а банан. Куда мне идти? А, сюда. Это еще и как квест, знаете, в стиле Лимба или Инсайд. Умри, лысый! Умри, лысый! А! Ну, здесь мы, конечно же, знаем, что нам нужно присесть. А че так плохо зафиксировал? Очень плохо зафиксировал. Мишень, я про мишень. Стоп. Как же мы должны... как мы крутиться должны? О, мы можем пинать. Банан! Почему ты не сказал? Может быть, мы можем вышибить дверь? Да! Только смотрите, что я хотел... А, я думал, он так странно скрылся. Как нам уворачиваться? А? А! W! Все, вот так и делаем, и да. Понятно. Ладненько. Итак, куда нам? По потолку мы не можем пробежаться, к сожалению. Хорошо, идем. Ладно. Значит, давайте запоминать еще раз. F это нога. Вот так вот я тихонько вышиб, аккуратнее порезал. Воу! Я мертв! Я мертв! Мне приходится переучиваться, понимаете? Значит, это прыжок, да. Так, крутимся, это shift. Ну что ж, побежали. Yeah, baby, baby, baby. Банану понравилось. Стоп! Ты не останешься живым, понял? Не останешься. Банану понравилось. Он даже очки одел, чтобы придать значимость этому. О, видите? Три рожицы банановые из трех я получил после этой классной комбинации. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Присели. Присели, прыгнули. Как интересно я прыгаю. Ты жив там? Я хочу пнуть ногой. Все, я пойду пнуть ногой. Это моя цель на сегодня. Пнуть ногой человека. Это моя любимая. Воу. А! Удар! Удар! Есть! Ха. Воу! Блин, как это прикольно! Присели, перезарядились, прыгнули, развернулись. И убили. Да-да-да, быстрее, быстрее, быстрее. Итак, раз, два, три. Вышибаем дверь! Оп! Воу! Стоп, я ногой просто напинаю его и все. Это было классно, банану понравилось. Все, сразу смерть. Давай, давай, умри, умри сразу всех. Прикольно. Уровень пройден. Уи. Какой у нас рейтинг? Схалтурина. Почему схалтурина? Это показывает лучшие моменты? Бонус без смертей. А-а-а. Бонус за сложность. Слушайте, давайте попробуем никого не убивать. Мы будем первыми, кто играет в эту игру и никого не убивает. Ладно, попробуем, попробуем. Мне нравится, что я иду как Майкл Джексон. Раньше старый город был невероятно культурным местом. А потом сюда прибрался Митч Мясник. Вот он, урод. Вот как раз в тот дом я заглядывал на потрясные рейв-вечеринки. Какая ностальгия. Что там делали с бананом на потрясных рейв-вечеринках? Тихо. Перестань, все, расслабься, расслабься. Даже если ты присядешь, ты по мне не попадешь. Это тут стена, выступ мешает, понимаешь? Оп! Я понял. Смотрите, мы можем вот так, хоп.
красиво. Это будет очень красиво. Я попытаюсь пройти этот уровень, как я говорил уже, без единой смерти. Подожди, а чья смерть имеется в виду? Их или моя? Крутимся, крутимся, крутимся. Танец смерти. Хотя мне, в нашем случае это танец жизни. Перестань. Перестань пытаться меня убить. Я хочу спасти тебе жизнь, между прочим. И, стоп. Как же мне... Стоп, а может мне надо наверх? Нет. А, нет, нет, не так. Не хочу убивать людей. Я добрый банан. У меня нет выбора. Я должен его убить, стоп. Секунду. Черт! Нет! Надо было просто проползти мимо. Просто проползти мимо. Нет, как обидно. Крутимся. Пусть по нам не попадут. Уйди! Я застрял в человеке! Да блин! Что за говно игра? Я не могу по ней пройти. Стой, дайте отдохнуть. Дайте отдохнуть. Куда ты? Куда ты полез? Ладно, сейчас еще раз, ребят. Начинаем заново. Оп, оп. Нельзя попадать в такие... такой просак. Идем аккуратно. Крутимся. Вертимся. Уип. Хорошо. Меня наградят за это, точно. Надеюсь, не посмертно. Крутимся, крутимся. Давай, давай, давай. Есть. Ой. Тихо. Меня не заметят. Давай. Прыгни уже, твою мать. Молодец. Вот так. Крутимся, крутимся, давай, пожалуйста. Zero death. Zero death. Отлично. Давай, давай, выкручивайся. Прекрасно. Безотказная, безотказная, безотказная механика. Блин, хоть немножко передышки. Нет! Нет! Ну как я так подпрыгнул? Я от человека так отпрыгнул. Сволочь я! Почему мне не получается? Вот! Да сволочь ты! Ненавижу эту игру! Она тупая! Мы снова здесь! Давай! А, мы можем только отпрыгнуть от этого человека. Давайте перепрыгнем его. Это невозможно. Вот так, если только. Слушайте, это очень... Это место, оно так устроено, что ты фиг его пройдешь. Пробуем снова. Я снова в этом гребаном месте. Ну, есть. Да, черт, меня обратно откинуло. Я вижу. Нельзя подходить слишком близко тоже. Они бьют кулаками меня. Так, восстанавливаем. Восстанавливаем ХП. Давай, давай, ну давай, давай. Да что ж такое? Ждем, у них... Они с промежутками стреляют, я могу восстанавливаться пока что. Какие они. Какие вы схематичные. Ау, черт. В этот раз они чуть-чуть дольше ждали. Я больно. Давай, ну. Так, а почему ты отталкиваешься сзади? Помните, ребят, я хочу без смертей. Обратно не смей. Дай мне пройти, есть. Есть. Что? Нет. Что это значит? А, все, я понял. Есть. Восстанавливаемся. Что мне нужно сделать? Чтобы выбрать раздельные цели. Окей, хорошо, мне куда нужно? И ты понимаешь, мне нужно вниз. Давай, восстанавливайся, блин. Не может? Вот так оно значит?
Как же так? Как же так? Какой прикол? Чоп! Ой-ой-ой, блин! Я не понял, куда я должен был идти. Чекпоинт! Чекпоинт, ага. Видимо, мне нужно вот сюда, но я разве не был здесь? Ладно, попробуем. Есть! Да, да, правильно, все правильно. Ладно, не забывай. Ау! Так, прикрылись. Крутимся. Да. Я никого не убью сегодня. Сказал я после того, как убил уже много людей. Ау. Дождь из пуль. Дождь из пуль. Крути голову, береги банан. О, есть. Есть, есть. Уровень пройден. Ну, пожалуйста, результат. Бонус без смертей имеется в виду... Какой бонус-то? Чьих смертей? Нет убийств. И меня за это не наградили никак. Это же самое сложное. Я зря старался. Ну ладно, ребят. Теперь будем, конечно же, всех убивать. Ну игра-то динамичная. Мне нравится. В этом есть прикол. Без убийств. Так, мы же должны были быть совсем рядом с элитным рестораном Митча. Продолжай идти прямо, не пропустишь. Никого не пропущу. Воу! Да ладно. Это круто. Стоп, есть УЗИшка. Мы можем теперь менять оружие, да, УЗИ. Окей. Все, есть. Ой, не убил. Он продолжает стрелять, смотрите. Он как гангста. Так-ка. Тихонечко убил. Бонус за крутость не получил. И я немножко отсюда постреляю, чтобы со всех сторон имели дырочки. Окей, хорошо. Знаете что? Мне нравится. Стоп! Меняем на два пистолета. Плохо прыгнул. Оп-оп-оп. Зафиксировали. Перезаряжаем. Наш ногой ударили. Вот так. Ай, ай. Почему он не сдох? Ведь я сильно ударил. Стоп. Не забываем, да, меняем пистолеты. Хорошо, хорошо, хорошо. Оп. Как-то хреново получилось. Две УЗИшки. Отдайте. Надо планировать эти атаки заранее. Да, вот так вот вышел, зафиксировал и стрелять. А! Давай же сдохни. Я сколько уже выстрелов сделал? Выходи, не бойся. Выходи, молодец. А, кстати, патроны здесь не бесконечные. Итак, выходим. Фиксируем. Хорошо, 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 хорошо. Как вам, ребят, нравится, а? Нормально у меня получается? Вроде ничего так. Ух, чё. Прыжок! Ой, не получилось. Чё, поехали? Как там идти у нас? Есть! В другую сторону. А, блин, прикольно. Перезаряжаем. Это был танец смерти. Кажется, кто-то идет. Ты прав, чертовски прав. Клянусь банановой кожурой, о которой ты споткнулся сегодня, когда вышел на работу. Я та самая банановая кожура. Вы поняли, это была крутая фразочка. А, мы можем просто, наверное, разбивать эти ящики, да? Да. Перезаряжаемся. Хорошо. Зажми W, чтобы... Ага, увернуться от пуль. Я помню! Может быть, я просто не хочу.
Ну, я воспользовался этим советом, теперь я захотел. Ух! Вот так! Ладно, немножко покоцался, но все равно было прикольно. А, блин, как круто! Хорошо, смерть доставлена. По ногам. Все попадает по мне, такой крутой весь. У него что, тоже слоумо работает? Ладно, ну понравилось, как я делаю это все. Так, все окей. Значит, смотрите, мы фиксируем. И крутимся, убиваем. Паховая область, вот они оба погибли. Прикольно. Ага. Есть. А, какая дрововая игра, не могу. Ух! Нет, я тебя убью, не волнуйся. Великолепно. Великолепно, белиссимо, брависсимо. Бонжорно, фетучини! Ты что, живой там? А, он живой. Смотрите, какой. Кстати, какой живучий. Они могут друг друга убить? Сейчас. Вот сейчас хорошо попадаю. Вот, хорошо. Давай. Есть. Да, я помню про это. Итак, замедляем время. Да, немножечко аккуратность выстрела, видите, она портится, когда начинаешь крутиться. Но это жертва, на которую приходится идти, чтобы не быть продырявленным. Хотел напугать его смешно, но не получилось. Покатились! Ай! Вставай на чертову бочку! Пошел! Итак, еще раз. Как-то хреново здесь получается у меня. Слишком много всего! Поехал! Давай, погибни! Перезарядка, ну! Нормально. Теперь ХП. Кто у нас там еще остался? Думаешь, я тебя оставлю в живых? Ты слышал? Да, я слышал, как ты умер. Это уровень пройден! Да почему такой рейтинг хреновый? Я не понимаю, как надо повысить его? Бонус без смертей. Я умер, да? Наверное, в этот раз, потому что это бонус за сложность. Ну ладно. Черт бы с ним, последний уровень проходим на сегодня. Интересно, атмосфера изменится или она все время будет такая вот синяя, фиолетовая? А вообще, возможно, нам тогда надо было повернуть налево. Ладно, наслаждаемся видами. Черт, потери, банан, ты плохой навигатор. Воу. Смотрите, они прячутся. Прикольно. Стоп, ты вышел? Выходи и ты. Молодец. Вот ты сейчас выйдешь, да? Удар. А почему не бью его? Вот, тут надо наводить. Хорошо. Мне нельзя умирать, ребят. Вообще нельзя. Я хочу бонус за без смертей. Я как Спайдермен. Спайдермен. Светился сзади очень тихо. И в слоумо. Убиваю тебя. Воу! Блин,
Вы так и будете выходить, нет? Все, вы закончили? Прекрасно. Вперед! Блин, это так эпично. Все? Все вышли. Так, зафиксировали, да. Ох, нифига, мы даже так можем делать. Вот это кайф. Давай, давай, всех-всех убить. Отлично. Ладно, мне не помешало бы хп восстановить. Здрасте, сэр. Блин, банан вообще-то. Кстати, коробки можно толкать. И сломать их нельзя. Собрались. Пошли. Умри. Здесь умри. Я мистер Би для тебя. То бишь банан. Давайте попробую. Оп. Хорошо. О, блин, как это здорово. Продолжаем связку. Ты сейчас выйдешь наверняка, да, отсюда? Нет? Ну тогда идем. О-хо-хо-хо. Так, чё, фиксируем. Спрыгиваем. Можно было не фиксировать. А, я понял, как все устроено. Можно было бочку. Можно было бочку на них скинуть. Это тоже прикольная тема. Я видел, как вы двигались. Чертовы симулянты. А как бочку-то? Как скинуть на них, не понимаю. Это не работает. Блин. И вот только так смогу добраться, получается. Идем. Раз. Стоим. Да, я понял, как это работает. Раз, два, три. Есть. Нельзя унывать. Есть! Ну, пожалуйста, рейтинг. Вот, вот. Пошло вверх. Бонус без смертей. Мы выполнили свое же обещание. Без смертей пройти уровень. Я даже два раза выполнил. И без смертей врагов, и без своих смертей. Крутой уровень. Банан в шоке. А вы в шоке, ребят? Если вы в шоке от моей крутости, знаете, я так в жизни постоянно делаю. Каждый день. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. Мы продолжим играть в эту игру обязательно в следующий раз. С вами был Юджин. И всем пять!